Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас еще один заказ по седьмому каталогу. Здесь все самое нужное, все самое необходимое, есть, конечно же, новиночки. Светлана. Неподъемный пакет. Я вскрывала его на пункте выдачи, потому что много всего нужно было проверить. Так, давайте начинать. Здесь много бытовой химии, много покупок для малыша, потому что уже момент истины близок. Я набрала средств для стирки кучу, и салфеток, и кондиционеров детских. Так, и взяла обычный универсальный порошочек, тоже в запас, потому что сейчас это надо. Я перестирываю детские вещи, но не этим порошком, а жидким. Хотя вот это тоже для детских вещей подходит. Он у нас 0+, он гипоаллергенный, как бы все нормально. Альпийские луга. Последний раз в прошлом заказе я вам показывала горную свежесть. Это альпийские луга. Много стираю, сейчас перестирываю все, стараюсь как бы подготовиться, все успеть. Поэтому стирки очень много. Артикул его 322. Это порошок у нас германский, он сделан в Германии, приравнивается 800 грамм его к 3 килограммам обычного порошка. Я вам уже говорила много раз, а вы мне все равно продолжаете писать, я еще раз повторю. Вы мне пишете, ты хайла порошки, а сейчас их покупаешь. Девчонки, когда я их хайла 2,5 года назад или 2, они были хуже. В прошлом году, в 20-м, версию, формулу обновили, они стали мощнее, вещи уже не выглядят застиранными, наоборот, выглядят ярче, мне он очень нравится, во всем устраивает, поэтому да. Так, дальше. Детские салфетки. Я, кстати, попробовала. Я взяла сначала одну пачку на пробу. Сколько у меня их тут? Три, точно. Три точно. Я их попробовала, и вы написали, что они очень классные, и мне понравились и по размеру, и по пропитке. И одушку всей этой линейки я просто обожаю, поэтому понравились. 50 штук за такую цену со скидкой консультанта – это нормально за детские хорошие качественные салфетки. С классным составом. Здесь экстракт календулы, пантенол и витамин Е. Это всегда нужно, когда маленький ребенок, поэтому, конечно, с запасом и в роддом с собой брать, как бы, ну, они должны быть и дома оставить, чтобы я приехала, у меня все было. Я все соберу, чтобы все было уже готово, и как бы, ну, надо же себе жизнь облегчать, да, правильно? Артикул 1798. Давайте я вам одну тоже покажу, если кто не брал, здесь 50 штук. Мы с вами достанем и посмотрим. Вот такие вот салфетки, достаточно плотные, размер. Все отлично. Ой, одушку этой серии, они тянутся. То есть вот, все нормально. Очень классные салфетки, мне понравились. Хорошо пропитаны, если так верхний пропитан, мне кажется, нижний там еще лучше. Потрясающе. Это уйдет быстро, это расходники. Так, дальше из бытовой химии. Ой, у меня еще один порошок, девчонки. Ну, я вообще в этот раз, конечно, замахнулась. Тоже альпийские луга. Все в запас, чтобы потом этими делами не заниматься. Так, из бытовой химии взяла вот такой вот ультракондиционер для белья. А он по скидке сейчас розовый бархат. Органы не было сейчас по скидке, но, вы знаете, мне понравился еще детский. Я детский тоже взяла, покажу сейчас подушки. Вот это тоже неплохой подушки. Средней мягкости после него белье. Мне после детского вот понравилось белье как-то по мягкости больше. 118,55 артикул. Ну, хорошо пахнет, хорошо. Вот этот нормально пахнет. Мне единственное не нравится из этой серии, это что-то там Прованса, да, с лавандой, вот который вот он мне не нравится. Этот классный, нормально. Так, взяла из бытовой химии освежитель водный вот такой, потому что у меня сейчас остались только в наличии Гринли, а они мне не очень нравятся, девчонки. Совсем даже, я бы сказала, не нравятся. И остался из последней антибактериальной серии тоже освежитель. Он мне тоже не нравится. Прям вот фу, не знаю, хоть выкидывай на самом деле. Артикул 113-29, это у нас антитабак. У него классный очень запах, мне нравится. Вот именно из-за запаха его беру. Не потому что там антитабак и так далее. Здесь такая, знаете, цветочно-цитрусовая композиция. Очень приятная, очень освежающая. Вот его и в ванной комнате, и в комнатах жилых, скажем так, да, очень приятно ощущать, поэтому нравится. Он у нас водный, он безопасный для животных, для детей, с удобной, с вот такой заглушечкой, с распылителем, как бы все отличненько. Так, дальше из бытовой химии. Взяла вот такое вот средство для унитазов. Оно мне все-таки нравится больше всего в Фаберлик из тех, что имеются в наличии. Гель очищающий для туалета с лимоном 5 в 1. Он, конечно, имеет такой слегка ядреный аромат, несмотря что на то, что написано, что он с лимоном, у него он такой немножко едкий, поэтому лучше обработать, поверхность выйти, а потом прийти смыть, как бы почистить. Удобный носик, удобно обрабатывать, за несколько минут прям делает белоснежным ваш унитаз или еще что-то. Я, по-моему, вот именно таким средством, есть у меня где-то видео на канале, тестировала, чистила швы между плитками, тоже вообще круто справляется на самом деле. 112,92, довольно мощный продукт. У меня все чистящие средства в доме покончались, поэтому тоже сделала запас для чистки духовок и плит взяла. 111-19 артикул. Тоже достаточно мощное средство. Мы с вами тестировали его, очищали им сковороды.
Очищали плиту, микроволновку. Все прекрасно, все нормально. Грасс, я вам говорила, немножко помощнее, да. Но здесь как бы говорят, что вот оно безопаснее. Оно безопаснее. На самом деле без перчаток, конечно, в момент высушивает руки, потому что я не любитель работать в перчатках. Знаю, о чем говорю. Лучше, конечно, одевайте, девочки, перчатки. Все очищает. Я еще в бутылочке с распылителем, вот который у меня от Грасса осталось. Можно даже в бутылочку из-под освежителя. Разбавляла 50 на 50 с водичкой. Вот это средство, может быть, даже воды больше, чем 50, может быть, 70 на 30. И использовала как спрей для легких загрязнений. То есть, если у нас есть какие-то сильные загрязнения, мы само концентрированное средство наливаем на него. А для ежедневной уборки я вот именно так пользуюсь этим средством. Кто-то из девочек мне, кстати, написал, спасибо за это большое. И вот я его разбавляю и распыляю на плиту для ежедневной уборки, да, на раковину и так далее. Вот такой формат использования мне, кстати, очень нравится. Оно потому что достаточно густое. Так, что еще из бытовой? Концентрированное универсальное средство для полов и стен. Все-таки убираться именно с вот этим средством мне нравится больше всего, нежели с Гринли, нежели с новым антибактериальным. Вот это мне нравится больше всего. Действительно, нет разводов. У него классная душка, я вам уже говорила, напоминает мне аромат свежескошенной травы. Такая какая-то весенняя, зелененькая, прям вообще обожаю, тащусь, девчонки, с ним полы мыть. Но так как у меня теперь моющий пылесос, не знаю, какое видео выйдет раньше, я вам сняла на него обзор. Полы мне теперь мыть не придется, но я буду в нем вот от моющего пылесоса споласкивать, может быть, тряпочку, чтобы запах тоже по квартире этот шел. Ну и поверхности можно обрабатывать. Оно универсальное, в принципе, для всего, и стены, и все что угодно. Мне кажется, окна с ним тоже можно помыть. 112-17 артикул. Все супер. Я его прям обожаю. Вот оно у меня в любимчиках. Так, дальше. Я первый раз беру, девчонки, спрей антиналет. Первый раз, на самом деле. Кто берет давно, напишите, как вам. 112.91 для ванн и душевых кабин. Может быть, не только для ванн я буду его использовать, для раковины на кухне попробую, там тоже налет собирается. Ванну я чищу средством для ванны, как бы меня все устраивает. Ну и вот это попробую. Эмалированные, мне кажется, поверхности, краники вот эти все, да, душ сам, вот этим тоже можно обрабатывать. Попробую, может, вместе с вами потестируем, да, и посмотрим, насколько он эффективен. Хорошо, что распылитель, вообще я люблю средства для дома, для уборки с распылителем. Пахнет вкусненько, кстати, порошочком. Хорошая свежая душечка, химозы пока не чувствую, замечательно. Будем пробовать, посмотрим, насколько оно эффективно. Так, что у меня здесь еще? Давайте новиночку теперь. Дозированно будем с вами. То новинку, то нет. Появился наконец-то на нашем складе вот такой вот жидкий бронзер. Девчонки, из новой линейки Aqua di Portofino. Мне захотелось его потестировать. Я вообще его хотела взять в самом начале, но не было на складе на нашем центральном. Сейчас появился. Артикул 6446. Я надеюсь, мне понравится. Вот такая вот малышечка. Такой вот прям малышечка. Сколько здесь мыла? Цены, конечно, у линейки не бюджетные. Я вам уже говорил, 9,5 мл. Что вообще они того не стоят, эти продукты. Не стоят. Ни твердый вот этот запеченный бронзер, который мы с вами тестировали в прошлом видео. Кто не видел, ссылку под видео оставлю на этот ролик. Ни помада. Вообще не стоит этих денег. Ну, давайте смотреть. Здесь у нас такой интересный наконечник, на котором уже есть пятнышки. Он, как знаете, такой мягенький, велюровый. Я вам поближе все покажу. Мне показалось, что им должно быть удобно контурировать лицо. Сейчас посмотрим. Выдавливаю на руку, давлю, давлю. А вот, смотрите, появляется продукт. Ну, вы знаете, он достаточно деликатный. Мне кажется, для контуринга прям совсем не подойдет. Видите, какой? Я вам сейчас поближе покажу. Я хотела вместе с вами отконтурировать сейчас прям лицо, попробовать. Мне кажется, для контуринга нет. Сейчас побудет немножко на руке. Интересно, застывает он или нет. Деликатный. Хотя вот здесь, на спонже на этом, он кажется прям таким, из двух дырочек вылазит. Он кажется прям таким ярким. Знаете, текстура такая, как помада. Если разносить самим спонжиком, получается не очень равномерно. Да, странный какой-то продукт вообще, видите, то видно полосу. Все равно нужно тушевать либо пальчиком, да, доводить до ума, либо кисточкой. Сейчас зеркало возьму, покажу вам поближе. Вот смотрите, сводч. Видите, как неравномерно ложится, пятнит. Рыжит немного. Вот сам тюбик. Вот как выглядит в тюбике. Вот как, смотрите, выдавливается. Вот, из трех дырочек вылазит. Это какой-то странный продукт на самом деле. Тоже больше как тени, наверное, подходит. Сейчас посмотрим, застыл или нет.
Он не застывает. Он размазывается по руке, в нем много-много шиммера золотистого, золотистого и желтого, и он не застывает. Гадость какая-то, вот честно. То, что я нанесла на лицо, легло пятнами, вот просто пятнами, рыжими пятнами, и просто изуродовало мне ту зону, куда я его нанесла. Сейчас я вот растушевала эти пятна, и остался блеск, остались только блестки. То есть контуринга никакого по факту нет. Только блещу я в этом месте слегка, и все, это вам на камеру даже это не видно. Я не знаю, куда такой продукт использовать, если честно. Не могу понять. Но вот сюда, на щечки, да, попробовать. Вот если вот этой вот губочкой тушевать, да, пятнами, прям пятнит, пятнить невозможно, пятнить некрасиво. Если потом дорабатывать пальцем. Ну, блески вот есть в этом месте чуть-чуть, и все. Сейчас на эту щеку. То есть могли бы сделать обычный тюбик, потому что наносить вот этим спонжем, ну, это нереально. Потому что пятнит сразу. Замалевала щеку, вроде как легкий румянец в этом месте появился. И блеск. Блещу. Может, вам видно, так слегка переливается. И все. Не знаю, девчонки, у них гадость редкостная. Это вот больше похож на Avon. Вот они любят такую хрень выпускать. Нестойкую, бесполезную и по большой цене. Нет, мне не нравится. В качестве теней тоже невозможно будет его использовать, потому что крайне нестойкий продукт. В складку соберется, и все. Мы сейчас попробуем с вами, конечно. Мы сделаем это, и в процессе видео посмотрим, что произойдет. Соберется в складку или нет. У меня сейчас теней на веках нет. Есть немного румяшек. А так вот, если был бы стойкий, цвет для теней красивый. С блестками. Переливается. Красивый был бы цвет для теней. Но, опять же, нанесение только пальцем. В любом другом случае будет пятнить. Ну, вот нанесла. Причем достаточно тонким слоем. Я вижу сияние. Да? Такой красивый оттеночек получился. В принципе. Ну, сейчас, скорее всего, он весь в складку идет. Вот то, что на руке делала сводч, он размазывается. И просто остаются блестки. Да, мне не понравилось. Я не могу советовать этот продукт к покупке. Еще и за такую цену. Какой-то бесполезный. Придать сияние своему лицу, ну... Не знаю. И то видно при ближайшем рассмотрении только. Вот так издалека никто и не поймет, что вы что-то со своим лицом сделали. Поэтому, да, такой спорный продукт. Не тратьте свои деньги на него. Не надо. Поехали дальше. Так, что тут у меня еще интересненького? Набрала из детской линейки тоже кучу всего, девчонки. Она мне безумно нравится, эта серия, я вам уже много раз говорила. Так, это у нас гель для купания младенцев с экстрактом ромашки и депантенолом. Мне кажется, в принципе, что гель для купания, что гель для подмывания, это одно и то же, по сути. Да? Артикул 1641. Ну, похоже. Ароматы у них у всех одинаковые, удобный дозатор, это всегда пригодится. Будем купать малыша. Так, это у нас два комплекса с экстрактом череды, лаванды и календулы для купания малышей. Артикул 1700, срок годности нормальный, от февраля этого года, хорошо, то набрала в запас. Он такой на травках и пахнет травками. Я дочери брала, мы купались, такой оранжевого цвета. Очень натуральная душка. Вот он уже не как вся линейка пахнет. У него немножко другой аромат. И есть здесь не дозатор, а крышечка. Ну, потому что такой жиденький, жиденький. Расход у него будет большой. Я думаю, гипоаллергенная линейка с 0+. Как бы зачем идти в магазин, когда можно запастись этими средствами. Еще два. Гель для подмывания и гель для купания. Еще один. Гель для подмывания артикул 1644. Я сама им сейчас пользуюсь. Во время беременности мне очень нравится, он классный, он действительно гипоаллергенный, деликатный, прям универсальная подмывашка для меня, для дочери, для будущего малыша, супер, поэтому расход у нас идет такой достаточно хороший, в запасе несколько бутылочек всегда должно быть. Девчонки, взяла щетку в роддом, вот такую, первый раз такую беру, я до этого брала Faberlic, только щетки детские и щетку силиконовую, на которую у меня была жуткая аллергия.
как, не знаю, со стоматитом не сравнишь, но, в общем, на деснах, на небе раздражение было от силиконовой щетки. Я поняла, что у меня на нее аллергия. Девочки потом многие написали, то, что у них так было. Это у нас с угольным напылением. Артикул ее 117-47. Я не буду пока открывать. Хотя давайте откроем. Чего там, господи? Что она мне, стерильная, что ли, в роддоме нужна? Надо же посмотреть и показать вам. Ой, как неудобно. Нет, нашла, нашла выход. Выход для щетки. Такая красивая. Сделана прикольно. То есть где-то местами она прозрачная, да? Вот такая вот ручка. Значит, черная и белая. Вот здесь, смотрите, прорезиненная такая штучка. Очень удобно держать будет щетку. И здесь у нас что? У нас такая щетина. Неравномерная, да, с угольным напылением. Плюсом у нас еще идет вот такие 4 штучки. С одной стороны, 4 с другой силиконовые. Это, мне кажется, для полировки зубов, да? Ну, прикольно. Для массажа десен. Здорово. Подушечки для языка здесь нет. Вот тут все ровненькое. Красивая щеточка такая. Мне нравится, в принципе. Буду чистить. Так, дальше поехали. Я взяла еще, девчонки, знаете что? Даже 2 пробника крема Blur из Beauty Lab. Они сейчас со скидкой. В разделе пробники есть пробники со скидкой. Пробник 30 рублей вот этого крема. Блюр. Я знаю, многие его хвалят, говорят, что он с эффектом фотошопа, вот так на выход, а я до сих пор его не пробовала. Ну как так, надо взять, думаю, хоть пробник. Мне просто интересно, на самом деле, стало, потому что многие хвалили. Кто пользовался, напишите, девчонки, вот если, допустим, на ежедневное применение, я слышала, говорили, забивает поры. Ну, в общем, интересно, вместе с вами в каком-нибудь видео в следующем протестируем. Здесь 1,5 мл, артикул пробника 0,035. Мне стало интересно, потому что многие его нахваливают. Так, дальше. Дальше. Кондиционер вот для детского белья из линеечки Baby. С алоэ вера. Мне очень он понравился. Я уже много вещей им перестирала. На белье остается после него одушка. И мне это нравится, потому что она очень такая деликатная. Одушечка такая чистота. И мне нравится. Вообще безумно. 0 плюс. Он у нас дерматологически протестирован. Гипоаллергенная одушка без красителя. Артикул 115-16. И теперь он у меня в фаворитах. Даже для стирки взрослого белья, потому что мне очень нравится аромат, и мне нравится, что после него белье действительно мягкое. Поэтому вот даже, не знаю, может быть, даже он обгоняет органу мою любимую. Вот этот вот детский кондиционер прям зашел. Стираю с ним даже сейчас взрослые вещи. Так, я заказала соль. Пакетики в отдельном, все. Еще одну. В прошлом заказе у нас с вами было 3. Девчонки, написали вы мне, что норвежское для рыбных блюд очень вкусное. Я ее взяла. Мы рыбку тоже очень любим готовить. Что хочу сказать про эту соль? Так, артикул 161-43. Во-первых, смотрите, она какая маленькая. Это раз. Во-вторых, чтобы ее открыть, нам нужно продавить. Но я не продавливала, я старалась наоборот вытаскивать. Зачем она в соли будет валяться? Это заглушечка, да? Сейчас у нас тут сверху скотч. Мы его убираем. И смотрите, у нас здесь есть вот такая вот одна... Штучка, видите, вот она обведена. Вот нам ее надо продавить, подковырнуть и вытащить. И тогда у нас получается 3 разъема. Самый большой сыпет соль, средний и вот такой вот в точечку. Вот. Соль не соленая. То есть, допустим, если вы привыкли всю жизнь есть обычную соль, вам покажется это совсем не солью. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. И муж у меня все после моей готовки досаливает, и ребенок тоже, как бы, большой расход. В связи с этим большой расход. Чтобы блюдо хотя бы немножко было подсоленым, приходится очень много сыпать вот этого продукта. Да, что с травами какая-то у меня, что белая в розовой баночке такой вот, она, которая в розовой баночке белая, я не помню, как называется, девчонки, она, да, она там не такой большой расход. А вот которая с травами, там, да, много приходится сыпать. Тут у меня да и да. Поэтому расход будет большой, потому что она с низким содержанием натрия. Здесь на 30% его меньше написано, да. И она малосоленая, слабосоленая. Но привыкнуть к такому можно и кушать на постоянной основе. Мне кажется, вот мы потихоньку сейчас уже начинаем привыкать, спустя там 1,5-2 недели, и практически ничего не досаливаем потом еще, да. Можно привыкнуть, тем более, если есть возможность есть полезную соль, да, это очень хорошо. И вообще соль надо, конечно, ограничивать, особенно с возрастом, поэтому будем привыкать. Будем привыкать есть не с обычной солью, а с этой, и добавлять ее, конечно, меньше. Так, артикул 161-43 сказала вам. Девчонки сказали, что очень вкусная соль для рыбки. Очень вкусные там специи. И здесь специи в этой соли не бьют в нос. Если мы привыкли, что в питании не чаю, да, что супы, что вторые блюда, очень много специй. Многим это не нравится. Мои в семье меня тоже не едят такое. Я могу съесть, муж с дочерью нет. Все, что я не покупала, все фу.
Вот. То здесь нет, здесь нормально, здесь со специями не переборщили, все как бы достойно. Так, дальше что? Дальше у меня живица, девчонки. Я повторила. Живицу в прошлом заказе ее брала, и сейчас мы с дочерью пропиваем курс. Я пью по 3-5 в день. Ей даю по одной. Беременным посмотрела, можно. Здесь потрясающий состав, даже не только можно, но и нужно. Комплекс замечательный. Масла вот эти все, иммунитет поднимать, это все здорово. Поэтому очень рекомендую вам тоже запасаться, пока она есть на складе. А там, мне кажется, ее так быстро разбирают, все десятками банок. Прям, что вот сейчас к осени, когда она будет нужна, ее опять Фаберлик не будет. Прям надо брать еще, на самом деле, и поставить на осень. Здесь 90 капсул, то есть, если я пью по 3-5 в день, и дочь по одной, да, ну, грубо говоря, 5-6 в день. 10 дней 60, 20 дней. Ну, короче, это нам где-то с ней на полмесяца. Вот такой баночки. Я хочу месяц пропить. И она, и я. И потом сделать перерывчик. И к осени уже потом тоже пропить, запастись. Так, дальше. Что у меня здесь интересненького? А, салфетки влажные дезодорирующие. Вот такие взяла. 12 часов защиты. Это тоже в роддом с собой возьму, положу, пригодятся. 24-69 артикул. Я их уже брала. Хорошие салфеточки, хорошо пропитанные. Хороший аромат, как бы никаких нареканий к ним нет. Так, девчонки. Я еще нашла 3 пачки салфеток. Значит, я 6 все-таки взяла вот таких вот детских салфеток. Ну, вообще. Ну, правильно. Ну, а что, вот сейчас ребенок маленький, этой пачки... Насколько? Так, еще вот один пузыречек. Гель для купания младенцев еще один. Вот, вот такие вот у меня запасы получились по бронзеру. Пока не скатался. Видно вам? Пока не скатался. Ну, вот в течение, наверное, получаса. Но, мне кажется, скатается, потому что такой кремовый продукт. Если вот у нас тени галактическое путешествие наши потрясающе любимые застывают, да, то здесь нет. Кремовый продукт, но пока нормально лежит на веках, смотрится очень достойно. Ну вот и все, мои хорошие. Новый каталог у нас еще здесь. Я уже листала его несколько раз и в электронном виде. Интересные новинки. Подарок для новичков будет вот такой вот из серии «Дом средств для разглаживания порошочек». Кто не зарегистрирован в Фаберлик, welcome. Ссылка всегда под видео. Будем общаться, покупать со скидками и так далее. Много хорошей продукции на самом деле в Фаберлик. Ну, а я с вами прощаюсь. Если видео было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень всех люблю. Целую. Всем пока-пока.